Господин Полонский, конечно, я считаю, что вел себя неподобающим образом. У нас, к сожалению, выходки россиян за границей стали уже явлением частым. Как следствие, наверное, он должен отвечать по законам Камбоджи. И здесь я могу сказать только то, что, к сожалению, наш МИД не столь рьяно защищает десятки находящихся, например, в тюрьмах Арабских Эмиратов российских граждан, а вот с Полонским, то ему врача, то ему психолога, то ему невролога. Вот. Я считаю, что там была типичная пьяная дебоша, как следствие были выброшены моряки за борт. Все это происходило в пограничных водах с Таиландом. Там была стрельба, военные катера. Я уверен, что если бы это происходило где-нибудь в любой цивилизованной стране, европейской или там в Соединенных Штатах, конечно же, никакого выхода под залог при таких условиях бы не было. Но я в любом случае надеюсь, первое, что МИД будет защищать интересы простых граждан, которые попадают за менее серьезные дебоши на месяцы тюрьмы в тех же Арабских Эмиратах. Вы знаете, да, что там сажают даже за 6 бутылок пива, и очень многие наши граждане получили реальные сроки за наличие нескольких бутылок пива в багажнике. И там, к сожалению, наше посольство не проявляет такую заботу о гражданах. То есть, наверное, здесь отдельный вопрос, что консульскую помощь должны оказывать всем гражданам, а не только господин Полонского, который ясно имеет связи и большие деньги. С другой стороны, за все дебоши, которые осуществляются нашими гражданами за границей, граждане должны отвечать.